fırında soslu tavuk yapıyoruz. Hı-hı. Bunun için bir kaşık salça. Biraz соуса. Для соуса. 3 кашик йогурт. 3 столовые ложки сметаны или йогурта. Угу. Потом 1 столовая ложка томатной пасты. Все это размешаем, у нас получится такой соус. Также у нас вот здесь курица, крылышки, по-моему, это такие части. Потом картошечка. Зейтиня. Немножко оливкового масла. Где-то 3 столовые ложки. И тоже все хорошо перемешиваем. Солим. Туз. Карабибер. Черный перец добавляем также. Аз кюри. İsterseniz ben sizin için koyuyorum. Yoksa koymam. Acı isterseniz az acı. И если вам хочется немножко остренького, можно добавить. Чучка ролджа, чинчок пойматом. Да, мы будем, у нас дети будут есть, поэтому острого много не добавляем. И все хорошенько перемешиваем. И крылышки. И вот так вот все это выкладываем в соус. Очень простой, очень быстрый и, поверьте мне, очень вкусный рецепт. Обязательно попробуйте сделать, не пожалеете. Böyle bir saat kadar bekleteceğiz. Bunun içine patatesleri de koyuyorum, elma dilimi. И где-то около часа это будет мариноваться. Туда же отправляем и картошку. Режем вот такими кусочками, как яблоко. Bir saat dinlendikten sonra fırına koyacağız. И спустя час отправим это все в духовку, на противень, на пергаментную бумагу до полного приготовления. Ждем час. Tavuğumuz dinlendi. Şimdi tepsiye alıyorum. Прошло где-то часа полтора, наверное, уже все пропиталось, замариновалось. Но оно может, в принципе, и ночь даже постоять, так что... И сейчас аккуратненько все раскладываем на противень и отправляем в разогретую духовку до полного приготовления. Все просто и супер вкусно. Где-то в течение часа духовка включена на 200 градусов. Будем смотреть. Итак, смотрите, спустя где-то минут 40. Вот такая вкуснота у нас получилась. Просто потрясающе. Обязательно готовьте. Обязательно готовьте. Просто, но супер вкусно. Так что на этом заканчиваю. Приятного аппетита. Пока-пока.